Это левое крыло Opel Amiga B. По лицевой стороне этого крыла большое количество царапин, так как крылья все друг с другом лежат, друг друга царапают, мы их постоянно вытаскиваем, постоянно показываем, постоянно вот они вот так вот друг друга царапают, эти крылья на Opel Amiga B. В общем, в таком состоянии крыло есть у меня. Я сейчас лицевую сторону покажу, после чего буду показывать уже внутреннюю часть. Вот здесь вот есть коррозия. Да, что там? Так, арки здесь тут тоже он есть у нас, царапины. Сейчас посмотрим, что там внутри. А что сказать, вот здесь и вот с этой стороны коррозия нету, да? С этой стороны немного чуть есть, да? Дальше идем. В таком, в общем, состоянии это крыло на Opel Amiga B. Ладно, пойду кушать. Хорошо. Оливье пока.